На республиканских дорогах продолжается ямочный ремонт. Сейчас он выполнен на площади 95 тысяч квадратных метров. В некоторых районах строятся новые дороги. Жители деревни Передние Яндоуши Канарского района добились, чтобы им сделали асфальтированную дорогу к 1 сентября. Деревня Передние Яндоуши Канарского района ведет свою историю с начала 17 века. Как говорят местные жители, 403 года здесь не было хорошей дороги. Зимой распутицу в деревню не могли заезжать автомобили. Не могли завозить товар в магазин. Продавцы таскали на себя. Дорога готова на 97%. Сейчас рабочие заканчивают укрепление обочины, сделаны съезды, установлены искусственные неровности и размечены пешеходные переходы. Протяженность 1 километр, из них 800 метров 5-й категории, что позволяет проехать здесь школьных автобусов или школьных маршрутов. И 4-й категории – это 200 метров около деревни при въезде, разворотной площадкой с остановочным павильоном. Категории 4-й категории – ширина дороги 6 метров. Объект должен был быть сдан в середине осени, но строители решили завершить его к 1 сентября. На строительство дороги затрачено 20 миллионов рублей. 18 выделил Республиканский дорожный фонд, 2 – муниципалитет. Теперь жители деревни Передние Яндоуши планируют организовать автобусный маршрут до Канаша. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.